И вот такие вот футболочки в поддержку всех наших врачей сегодня. Замилаев. Мяч охраняет Инислам. Идет в обыгрыш. Дальше можно бить. И в подкате Гадаев встречает. Ахмед Алмагомед. Прострел. И надо забивать. И забивает Плаза. Забивает гол команда Плаза Строй. Это вновь Нур Ахмедов Вагиф. Угловой. Рядышком Ибрагима. Мяч он получает. Вернул вновь. Разыграли. Классно. Сравнивает Алиф счет. 1-1. Это Хизри Магомедов. И сейчас команда уже отыгралась и идет вперед для того, чтобы выйти вперед. Закрутил Ибрагима мяч в ворота. Еще один удар. Навел. Но вот в концовке не сумел распорядиться, отдать точную передачу. Ответ Алифа. Смотрим. Руслан Муртазалиев. Против него Зайнулаев. Удар в ближний. И какой гол Муртазалиева. Ну ты, друзья мои. Свисток. Разыграли Гаджиев. Что будет? Абдулбари будет бить. Удар низом. И гол! Забивает гол Алиф. Не знаю, была ли там подставлена нога. Показалось, что все-таки подставлял Абакаров Муха. Придумает Плаза. Свисток арбитра. Разбег. Зайнулаев! Ну, чуть не сломалась перекладина там после удара Зайнулаев. Все понятно. Штрафной очень опасно. 3-1. И сейчас Алиф забивает. А он забивает. Ибрагимов Рустам. 4-1. Алиф в меньшинстве. Ну, я не знаю, равных составов, но сейчас команда и вовсе в большинстве. И мне кажется, все будет еще поинтереснее. Вот сейчас, например, Ибрагимов вновь штрафной удар. Уносится мяч вперед. Здесь Калаев. И на этом все.